построение той же как науки, в образовании, идеологии, в общем-то, за 25 лет накопилось немало проблем. Но хочу сказать, что за последние годы наше предприятие достаточно сильно продвинулось, и те проблемы, которые годами не решались, наконец-то получили какое-то продолжение и развитие. Но я буквально два слова о предприятии, то есть «Кортекс» — это карьерные тяжелые экскаваторы, некогда экскаваторное производство одного из старейших заводов в России, Ижевских заводов, которому уже 292 года. На сегодняшний день работает 1300 человек у нас. На начало года 2014 было 1700 человек, 400 человек, 200 человек отдали на аутсорсинг, 200 человек просто сократили за снижение спроса в этом году. Достаточно большой парк станочного оборудования, больше 200 единиц, из них 80% это тяжелые станки. Предприятие входит в объединенные машиностроительные заводы наряду с Уралмашем. И главным финансовым партнером и акционером является Газпромбанк. Значит, две трети продукции составляют у нас карьерные электрические экскаваторы. Здесь представлена динамика выручки и количества экскаваторов, как видим, носит такой синусоидальный характер. За последние 4 года количество экскаваторов в среднем было около 30 штук в год, в этом году было меньше, иногда около 17. География, ну, это Россия и страны СНГ, но вместе с тем за последние 7 лет мы поставляли продукцию и в Монголию, и в Вьетнам, и в Китай даже, в Индию и в Иран, из зарубежных стран. Не все на самом деле так плохо, потому что предприятие старается деньги вкладывать и в инженерную школу, набирать молодых конструкторов. На следующий день штат КБ составляет 40 человек, и мы вкладываем программные продукты для современного проектирования, в частности программы NX, и проектируем машины в системе Unigravis. Если говорить о проблемах, значит, проблемы, конечно, копились у нас вот с конца 80-х годов, где-то до 2009 года. Здесь был стратегический разрыв, то есть до 2009 года последние модели, которые мы спроектировали, это широко известные на рынке модели экскаватор ДГ-10 и ДГ-15. И далее только в 2009 году пошел такой бурный всплеск, мы стали по одной новой машине выводить каждый год на рынок. И дальше я немножко подробнее об этом установлюсь. Пропускаем, значит, выведем следующую машину. Значит, это машина класса 12 кубов. На сегодняшний день их поставлено 12 единиц. Предприятия все железорудные, Лигорский, Столинский, Михайловский и Соколово-Замбайский ГПО. По технике я останавливаться не буду, то есть это для, думаю, что просто интересно, но ряд ноши здесь, в общем-то, введен в машину. Второй диплоразмерный ряд — это машины класса 20 кубов. Первые машины мы вывели на рынок в 2010 году. На сегодняшний день поставлено уже 8 единиц. Здесь хотелось бы остановиться, что впервые в мировой практике мы применили когда на одной платформе и канатный, и рыночный напор. А также машина отличается тем, что ни у кого нет такого, что диаметр роликового круга составляет 7,6 метров, большой диаметр, в результате чего нагрузки равномерно происходят на несущие конструкции, и удается из-за этого снизить массу экскаватора. Значит, машина работает 5 единиц крупосредства в левом угле. Две в этом году мы запустили на Новоисском комбинате на золото с канатным напором и одну поставили на Ленинский железный угол. Ну и флагман, значит, наши линейки новые. Это машины 32-кубовые. Значит, здесь в острой конкуренции и с американскими, и с китайскими производителями. Первую машину запустили в 2011 году, отработала на сегодняшний день 3 года. На
Копало 25 миллионов кубических метров с коэффициентом более 0,85 технической готовности. Ну и, в общем-то, машина не отступает, могу сказать, импортным аналогам, ну и выигрывает, в общем-то, существенно на сегодняшний день по цене, особенно с изменением валютного курса. Здесь я коротко, ну, действительно, модернизируем мы имеющиеся модели, 15-кубовые машины, то есть она пользуется неплохим спросом. Вот за последние годы, значит, за 5 лет, 32 единицы таких машин изготовлены. Единичных экземпляров изготавливает тяжелые буровые станки СБШ-270. И мы работаем с американскими предприятиями, то есть второй фирмой, которая осуществляет бурение Single Pass, то есть одной буровой штангой на глубину штука 19 метров. Об этой машине хотелось бы отдельно поговорить, потому что спроектировали новую машину, 60-кубовую. Но есть, конечно, вопросы с выходом на рынок, потому что здесь сказывается разобщение горняков и машиностроителей. Поэтому, если говорить о моих конкретных предложениях и пожеланиях, хотелось бы, чтобы привлечь внимание горняков вот к этой машине, готовы отдать ее на опытно-промышленную эксплуатацию, так сказать, на льготных условиях финансирования, вот, лишь бы найти ей применение. Потому что и у наших конкурентов, и у американских, и у китайских компаний машины данного класса составляют основу выпуску и основную номенклатуру. Здесь показано на нашем рынке, то есть Россия и СНГ, наши конкуренты, наша доля. Ну, совместно с Урбашем мы считаем, что посчитали по емкости ковшей, все-таки мы 75% удерживаем, не все так плохо на сегодняшний день. На этом слайде представлена, в общем-то, наша мощь. Мы видим, что по сравнению с Caterpillar'ом и Joy Global, мы просто, в общем-то, не по объему вывески, не по численности, не по валовой прибыли с ними не поставим. То есть в одиночку реально нам машинфектор не пробиться. Единственное, в чем тут мы где-то схожи, это рентабельность бизнеса по EBITDA. А вот здесь, значит, слайд на самом деле радостный. Почему? Потому что благодаря финансовой поддержке, значит, акционеры Газпромбанка вот, пошли массированные инвестиции в производство, производственную базу. Мы начали обновлять активно станочный парк. И вот за 11, 12, 13 и 14 годы мы закупили порядка 20 станков самых современных. В первую очередь механообрабатывающих. Это зубофрезерных, карусельных, расточных, токарных, зубошлифовальных. И тем более, и сейчас наша база на самом деле еще, ну, может, не достает до уровня конкурентов, но в ближайшие, я думаю, полгода-год, благодаря этим инвестициям, мы, конечно, выйдем на уровень наших зарубежных партнеров конкурентов. Здесь представлены вот, снимки нового оборудования, включая сварочный робот. В общем-то, единственное у нас в машиностроении, и мы его используем на сварке несущих металлоконструкций экскаватора фирмы ИГМ Австрия. Проблемы. Ну, понятно, что у нас долгое время не было финансирования, значит, и из-за этого у нас нет достаточных референций по самой востребованной номенклатуре, то есть мы экскаватором большой единичной мощности. Долго не обновляли основные производственные фонды, поэтому, несмотря на то, что новые станки к нам приходят, все-таки станочный парк на 80% имеет возраст больше 20 лет. Это, в общем-то, проблема, как и во многих машиностроительных предприятиях нашей страны. У нас, конечно, более меньшие финансовые возможности, как было отмечено на слайде. У нас нет никаких долгосрочных программ сотрудничества с потребителем, то есть мы живем в подписку, то есть нет у нас горизонта планирования длинного. Вот. Кому-то надо, контракт заключили, поставили. Так, чтобы, так сказать, было на 3, на 5 или более лет, только это какое-то мечтать об этом. Ну и могу сказать, что какая-нибудь государственная поддержка, значит, у нас
в общем-то, отсутствует. Нам, машиностроителям, фактически мы варимся в общем-то, в своем соку. Хорошо, что есть акционер, который, в общем-то, выделяет кредитные средства на приобретение нового оборудования. Здесь я не буду останавливаться. Вот здесь, значит, что мы хотели бы это сказать, как мы бы видели меры государственной поддержки в четырех разделах, неокрах, производственных расходах, инвестициях, новых продуктов. Потому что мы видим, что в других странах, которые производят горную технику, все вот такие скрытые меры, значит, либо это льготное налоговое обложение, либо это субсидирование уплаты кредитов, процентов за пользование кредитных денежных средств, дотации на образование инженеров, значит, они присутствуют в других государствах. Не говоря уже о том, что, допустим, у наших китайских партнеров-конкурентов существует действительно поддержка, где Роман Юрьевич кончалось ВК 55 у Китая, на самом деле уже ВК 75, то есть 75 кубов машину сделали, поставили, и сейчас вторую уже заложили в производство. И могу сказать, что не было бы таких поставок, значит, если бы не помогало им правительство, где не указывало бы, что горные предприятия должны просто взять и испытать эту технику. Вот. Поэтому, если кто-то, так сказать, заинтересуется машиной ЭКГ-50, скажем, 60 кубов, и будет какая-то поддержка, могу сказать, что мы будем не хуже и будем на уровне, значит, наших зарубежных конкурентов. Хорошо. Все, значит, спасибо за внимание. Спасибо.